Коллеги, выставка ProDexpo 2022 на ваших экранах, островок изобилия в Москве. Мы знакомим вас с интересными событиями, а главное – людьми. Здравствуйте, давайте представляться. Здравствуйте, меня зовут Роман, я представляю компанию Sirius Agroturk. Мы являемся официальными дистрибьюторами компании Sorbon. Вывели новую продукцию на российский рынок. Это конфеты в уникальном форм-факторе, в хрустящих вафельных рожках с разными начинками. Их всего 7 видов разных начинок. Есть в таких подарочных упаковках разных цветов. Они по 200 грамм и по 350 грамм. Это ассорти всех видов. Также есть в весовке 1,5 килограмма. Они произведены в республике Иран по швейцарским технологиям. Шоколад высокого качества. А упаковка и дизайном занималось английское дизайнерское бюро. Расскажите, пожалуйста, как давно этот продукт на рынке в принципе? И вот представлен он в России уже или вы только выходите на наш рынок? В России уже представлен, на многих маркетплейсах он уже продается, в некоторых сетевых магазинах тоже. В России он уже где-то 1,5-2 года, в мире, соответственно, он уже давно. Замечательно. Самое главное, хочется сказать, что это невероятное качество упаковки. Бросаешься в глаза дизайн, который сразу приковывает внимание, и ты сразу видишь, что это очень вкусно. Да. Кроме того, что это очень вкусно, оно изготовлено еще из натуральных продуктов, без добавки всяких концентратов. Самое главное, пальмового масла там нет. Натуральные ингредиенты используются только. Спасибо большое. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. И надеюсь, огромное количество ритейлеров еще раз обратят внимание на ваш продукт. И все смогут лакомиться этим полезным, а главное, очень вкусным деликатесом. Да, спасибо большое за хорошее пожелание.